188 centimeters, weight 85 kilograms. His professional record is 87.5, 76 wins, 23 victories by knockout, 10 losses and 1 draw. Ladies and gentlemen, the representative from Czech Republic, Andrei! Турнир, который наш канал показывал ценно. Топ файт, топ бокс на выживание. Очень серьезное испытание для любого бойца. 12-раундовый поединок. Точнее, извиняюсь, 12-минутный поединок, который останавливается только по окончании 12 минут. И по правилам бокса, профессионального бокса проводился этот турнир. И вот Михаил на свою категорию одержал победу. А вот этот бой я могу вам уж точно анонсировать как реванш со стороны, по крайней мере, попытка взять реванш со стороны Михаила Кутерева, так как он проиграл в первом бою Андрею Охотнику. Ну и, соответственно, Михаил Важан Тютерев. Давайте ему 26 лет. Успех. Да, успех ему точно необходим. 1,87 м его рост. 35 боев провел на профессиональном ринге. 30 побед. 23 одержанные победы нокаутом. 5 поражений. Кстати, последнее поражение Михаил получил от Владимира Минеева. Их поединок был проведен в Сан-Тропе на Fight Nights. Очередной ивент под названием Fight Nights. Это не российский промоушен, это именно французская организация, которая делает ежегодные события в Сан-Тропе. И там Михаил Тютерев показал, наверное, как, на мой взгляд, один из самых худших своих поединков в своей карьере. Владимир Минеев просто растерзал Михаила, и только в конце третьего раунда, по-моему, Михаил попал один удар с руки, и все остальное он только пропускал, принимал на себя, и Владимир растерзал тогда Михаила по всем статьям. Но вот сейчас уже попытка со стороны Михаила Тютерева взять реванш. Напомню, первый поединок Охотнику проиграл. Левша Охотник стоит в правосторонней стойке. Жестко и точно работает. Что вы успели заметить вот за первую минуту первого раунда, Денис? Михаил не готовит атаки, бросается чуть вперед. Мне кажется, надо атаки тщательнее, конечно, готовить. Число. Чтобы не пропускать удары навстречу. Они вроде так и не попадают, вторая, но камера все равно сбивают его. Да, действительно, вы правы, бросается и очень серьезно. Неподготовленно летит справа. Навстречу даже не боится пропустить. Лоу-кик тяжелый пропускает сейчас левой ноги. Охотник очень грамотно. И опять бросается справа. Ноги отпускает, ноги сзади находится туловище. Это основная ошибка техническая для качественного нанесения удара с руки. Акцента никакого в этом ударе не будет, но и можно пропустить навстречу, естественно. Как мы знаем, без ног бить руками априори невозможно. А если кто-то это делает, то это, конечно, большой грех в технической... О, здесь, посмотрите, пропускает Михаил сейчас навстречу в ответе даже. Левый короткий такой в подбородок и чуть-то тряхануло так Михаила Тютерева. Конечно, побыстрее надо на ногах сокращать дистанцию. Кстати, если он уж работает первым номером. Кстати, в углу Михаила Тютерева его извечный и тоже бессменный секундант и тренер. И он же в роли часто выступает менеджер или со-менеджер, это Алексей Рисков. Очень аккуратно Михаилу нужно быть. Левый сейчас сбоку пропускает. В обеспечении пропустил тяжело сейчас в ответ. И сам пытается попасть вправо. Достаточно явно, так знаете, читается его действие. Да, надо готовить атаку. Он боксирует с опытным спортсменом. Так просто. Он не даст он ему сделать ничего. Я с вами здесь целиком полностью согласен, Денис. Здесь без вариантов. Другого мнения быть не может. Если сейчас Михаил не поменяет фактически рисунок поединка, но и в том числе не отнесется к своим атакам более содержательно, то я думаю, что будет выпускать он ударов намного больше, чем в первом раунде. Согласен. Сейчас
начнут уставать, они уже понемногу. Да, примеряется Андрей Кутник, который сейчас в Бразилии, кстати, провел очень серьезный тренинг-кэмп, лагерь. Стоял в парах с очень известными бойцами из Иван и также смешных единоборств. Была в свое время такая, наверное, не цель, а желание у команды Михаила Тютерева перейти в более тяжелую весовую категорию, супертяжелый вес. Набирали они вес даже, сами для этого доходили до 102-103 килограмм. Но так в итоге остановились на том, что нужно драться 95 килограмм. И, как мне кажется, это правильное решение. Потому что в свое время, год назад, я делал поединок как матчмейкер, сом-менеджер Михаилу Тютереву в Новосибирске против очень известного Роженструка, бойца из Голландии. Тяж, который весил 120 килограмм. Чуть меньше, там, по-моему, 118. Тогда Михаил дважды плыл, пропускал тяжелый удар от Роженструка. Я думаю, и рост он там повыше, ребята. Да, и рост чуть-чуть был повыше, но там парень по-настоящему супертяж такой, знаете, естественный. И Михаил, конечно, в тонаже просто уступал очень серьезно. При том, что Мишу мы все привыкли понимать, как это действительно панчер, нокаутер может отправить нокдаун, нокаут своих соперников. Очень спокойно, если правильно подберется. Но вот последнее время, как мне видится, Михаил почему-то регрессирует. Был у него очень серьезный такой явный прогресс, но вот будем надеяться, что этот поединок выведет его из пике, потому что за последнее время очень много поражений. И знаете, такое вот соотношение побед и поражений как раз не в пользу побед у Михаила. Михаил идет вперед, ноги остаются сзади. Вот это то, о чем я сказал в самом начале боя, и он продолжает это делать. Самая большая ошибка, как мне кажется, потому что в этом случае в таком весе вообще нет акцента никакого. Плюс все время ты себя ставишь в рискованную позицию, что тебя сейчас ударят неудобное положение. Да, навстречу могут наказать тебя в этот момент, либо в ответе. В ответной форме же тоже очень много пропускается ударов, и эти удары чаще всего неожидаемые. Особенно, когда ты проваливаешься, оставляя ноги сзади. Вот здесь есть. Попадает. Вот здесь есть. Правый кросс такой, знаете, как из пушки выстрелил. И немного. Еще бы чуть-чуть, наверное, был бы очень акцентированный удар. Чуть скользь он прошелся по верхней части головы. В лобную часть большей степени был удар нанесен. Лобник понимает то, что Михаил подустал и начинает сам уже вперед идти. В ответ лоу. Вроде бы защищался Хурник здесь и ответил точным лоу-киком. Вот здесь здорово. Вот здесь было здорово в ответе правой сбоку. Поймал он Хурника сейчас. Очень неплохо поймал. Точное было попадание, жесткое, плотное. Миша очень хорошо, видно, функционально готов, дышит хорошо. Михаилу надо сейчас третий раунд, конечно, поработать. Уж точно. Здесь надо его забирать в свою сторону, и тогда есть спокойная возможность перейти в экстра-раунд. И было бы неплохо, конечно, чтобы клубник еще открыли. Это вообще было бы здорово. Но вот этот правый боковой совсем прям, так, знаете, в конг. Но попал, где-то рядом, это? Где-то рядом. Третий раунд начинается, уважаемые телезрители. Супербой, 95 килограмм. Вес обоих спортсменов. Посмотрите, сейчас такой высек и лоу-кик. Два в одном. Очень точно Хутник производит. Правильное техническое действие. Что характерно, оно еще и эффективное было. Ищет левый middle kick. Область правого нижнего подреберья, область печени. Ищет все время
Сейчас вот сдвоенный был с одной, с другой стороны пропустили оба спортсмена. Еще один лоу-кик во внутреннюю часть. Хорошие очень жесткий. Лоу-кики. Очень точный и сейчас выверенно работает Худни. Левый мидл-кик в область печени. Сейчас на локоть принимает Михаил. Застаивается. Мне кажется, немного застаивается. Надо идти вперед. Опять еще Худник своей голенью хочет поразить печень Михаила. Но Миша готов к этому действию. Михаил навязывает свою работу. Он поддается на работу. Разрез раз-два. Скользь, но было точно со стороны Худника. И в ответ опять пропускает Михаил левый сбоку. Миша не отличается, конечно, потрясающе скоростными данными. И вот тогда вспоминаю бой с Владимиром Минеевым. Володя был максимально быстр, очень точен. Тоже такой был выверенный в своих действиях. Очень подвижный, скоростной. Здесь справа. Настигает. Михаил вроде бы таким ударом толчковым не был акцент. Что без ног был нанесен удар как раз. О чем мы говорили с вами. О, разрез слева пропускает Михаил сейчас. Неплотно. В ответ еще раз попадает Худник. Михаил, конечно, ноги не добавляет, надо больше добавлять. Но... Забыл про ноги, а вот сейчас неплохо, через защиту. Сам пропускает в ответ, жестко тоже пропускает. Вроде бы попал неплохо, но в ответ пропустил. Ноги, да, я думаю, что это ахиллесова пята Михаила, он, знаете, и коленями вообще практически не работает. Перешел на бокс, тренируется, кстати. На одних руках тяжело очень его. Вот сейчас Супермен попытка. Да, без ног. Работа идет у Михаила. Хотя у него в свое время были неплохие. Очень ноги мог заряжать хайкики. Выстреливать с ног. Он мог это делать. Сейчас он перешел полностью на бокс. Он тренирует сейчас у Петроченко. Тренера Пирога. Петроченко тренирует как раз Самаре. И вот Михаил на боксом. У него увлекся очень так плотно. Славочку надо поработать. Но Миша истинный русский воин с потрясающим характером. Да что вот, мое личное уважение к этому парню. Они не идущие экстранаут. Не, было не разу. Характер у него, конечно, потрясающий. Ну и сам, в целом, как человек, он очень позитивный, добрый, но при этом в последнее время, конечно, не идет, что-то у него не идет. Может быть, ему пересмотреть? Мне думается, да, уж точно надо пересмотреть и в целом лагерь, и, может быть, даже тренерский состав, и где-то видоизменить подход, вот мне думается. Я уже это говорил, свое мнение Алексею Рюскову. И Миша после боя в Сан-Тропе с Владимиром Минеевым, ну, прошло, кстати, уже 4 месяца. Ничего бой был в августе, да, ну, по большому счету, ничего не меняется, глобально. А хочется, на самом деле, Мише-то пожелать лучшего. Напомню, Михаилу Воложанину, тютерю, 26 лет. Очень молодой тяж. Есть еще возможность развиваться, реализовываться дальше. Тяжеловес, все только начинается. Только начинается, да, поэтому... Мне думается, нужно что-то менять. Но уже непосредственно, что менять, наверное, это уже кто-то может обсудить с командой Михаила лично. Да, единогласное решение судей. Красный матч-реванш не удался со стороны Михаила Тютерева. Второй раз Спутник одерживает победу над Михаилом. Такой вот результат этого поединка, по-моему, очень очевидный и честный, как минимум. Как вам кажется, Денис? Да, конечно, выиграл, я считаю, все три раунда. Михаилу надо что-то делать. В первую очередь, конечно, не расстраиваться.
Это прежде всего, да. Спасибо за бой, спасибо за участие. И продолжать тренироваться, исправлять свои ошибки и совершенствоваться. И я думаю, все еще...